Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья из библиотеки Мидланд. Мы сегодня будем с вами использовать текст песенки Сергея и Екатерины Железновых. Для сегодняшнего занятия нам понадобятся погремушки. Можно взять обычные погремушки, которые могут оказаться дома под рукой, а можно взять пластиковые яйца и наполнить их горохом, рисом, разного рода крупой, так, чтобы они издавали звук. Даже если погремушки очень громкий инструмент, мы с вами сегодня будем пробовать использовать их очень-очень тихо, а потом очень громко, чтобы вы увидели эту разницу между тихо и громко. Итак, приготовились? Положите ваши погремушки на ладони и повторяйте за мной. Погремушка, погремушка, музыкальная игрушка. Хочешь, сразу две возьми и греми, 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 греми. О, спрячь за спину погремушку. Отдохнут от шума ушки. На соседку посмотри и тихонько посиди. Посмотрите, мы с вами использовали погремушки тихо-тихо-тихо и громко-громко-громко. А давайте повторим еще раз, чтобы запомнить слова. Погремушка, погремушка, музыкальная игрушка. Хочешь, сразу две возьми и греми, 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 греми. Оп! Спрячь за спину погремушку. Отдохнут от шума ушки. На соседку посмотри и тихонько посиди. Так, мы закончили наше небольшое занятие с нашими погремушками. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.